Всем привет, с вами Греха 317, и сегодня, ребята, как вы уже опять поняли по заднему фону, мы построим ту самую знаменитую семерку, то есть продуктовый магазин. Но если вы тут думаете, что просто мы сделаем стеллажи, маленькую кассу и все, то нет, ребята. Мы здесь сделаем целый полноценный склад, автоматическую кассу, ну а вы не забудьте подписаться, поставить лайк, а мы начинаем. Ну, для начала, естественно, сделаем стеллажи. Так, ну, здесь они у нас будут из обычного кварца, то есть, как бы, все по старой схеме, просто делаем так вот кварц, сюда ставим рамки, а в рамки уже положим туда продукты. Ну, типа ассортимента. На самом деле, все продукты будут лежать у нас на складе, потому что в рамки помещается только один, так сказать, продукт, а на складе там будет много, то есть, там всякие эти с фермы, то есть будут везти продукты всякие, то есть там мясо, рыбу, там что еще, овощи, фрукты, ну и так далее. Та-дам, вот что у нас пока что получается. Так, теперь давайте сделаем автоматическую кассу. На кассе, кстати, у нас будет выход на склад, то есть у нас с кассы будет просто спуск на склад. Так, типа. Теперь, что теперь? Давайте, в принципе, сейчас поставим блок, сейчас возьмем железный люк, сюда его поставим, сломаем под ним блок, и, в принципе, все. Да, с люком пока что закончено. Так, ну что же у нас делать теперь? Теперь, что нам надо? Нам надо... Так, да, нам нужен сундук и воронка. Значит, там у нас будет, то есть точно так же будет открываться люк, чтобы можно было забрать деньги у нас из кассы. Да, вот такая у нас будет автоматическая касса, как бы вот просто сюда кидаешь предмет, кассир потом отсюда его забирает. Так, сюда ставим люк, убираем блок, и все, в принципе, касса готова. Так, ну теперь что ж, давайте, собственно, делать наш склад. Так, вот здесь такой вот спуск надо сделать. В принципе, склад у нас не будет не глубокий, но я это уже сделаю вне записи. Так, ну пока что у нас вот такая комната получается. Здесь надо будет сделать такие вот ступени. Такие вот из блоков, наверное. Хотя некоторые из блоков отстойно смотрятся. Давайте лучше возьмем нормальные красивые ступеньки для выхода со склада. Так, блин, а у нас, кажется, сейчас будет небольшой косячок. Да, у нас небольшой косяк. Мы здесь выходим прямо уже из кассы. Ну, блин, здесь, да, проблемка. Может, а здесь блок поставить? Сюда запрыгивать? Да нет, что-то неудобно. Мне кажется, знаете, как надо сделать? Убираем этот блок, убираем люк, сюда ставим блок и сюда ставим люк. Во, вот так нормально. Так, теперь спуск. Все. Так, вот у нас будут здесь встроены сундуки, то есть, чтобы не делать лишний раз бесполезную отделку, мы просто стены сделаем из сундуков. То есть здесь у нас как раз-таки будут храниться все продукты, ну, то есть в магазине это самое важное. Так, сундуки. В принципе, все. Так, теперь сюда еще надо сундук поставить. Кстати, ребят, если вам не получается поставить сундук на сундук, то сделайте просто, нажмите на Shift, то есть на кнопку вниз, и поставьте сундук. Тогда у вас все должно получиться. А мы тем временем уже расставили практически все сундуки. Склад у нас здесь небольшой, но, в принципе, большой склад не требуется. Как бы магазин дворовый, в принципе, здесь много чего не надо. А теперь надо расставлять продукты. Так, все, я взял продукты. Так, сюда у нас даже будут пустые банки продаваться, ребят, да. У нас здесь будут всякие яблоки, фрукты, семена. Ну, семена мы в самом конце расставим. Ну, а пока что берем все основные продукты, который у нас на первом плане в нашем меню еда. Так, тыква, арбуз, печенье, бобы, шоколад, пшеница, мука, хлеб, мандарин.
принципе, ребят, здесь как бы у нас практически все, что есть в этом меню, ну, кроме приготовленной еды, у нас здесь будет это все. Да, у нас, ребят, даже в этом магазине будет зелье, хоть это обычный дворовый магазин «Семерка». Ну, кстати, в городе это будет не единственная «Семерка», это у нас будет самая популярная сеть супермаркетов, даже, возможно, то, что мы сделаем вторую, но это... Мы не знаем, может, будет у нас вторая сеть магазинов, может, не будет. Если вторая сеть магазинов и будет, она будет только в каких-то там совсем бедных районах. Но у нас пока что есть сеть только «Семерка». Так, курочку, кролика, яичко, сырок, свининку, мяско. Кстати, мухомор, кто не знал, используется для зельев, поэтому мы его тоже будем продавать. Так, что нам еще? Прикол, мне оказывается, было 4 убитых крыс. Так, берем пиранью, рыбу клоун, тортики всякие. Кстати, мертвую крысу мы будем продавать, да, ребята? Эту мертвую крысу можно приготовить и съесть, да, ребята? В мультикрафте это сделали, не знаю зачем, но да ладно. Так, сюда надо поставить нам тортики, вообще как же без них? Скоро Новый год. Тортик обязательно. Так, теперь нужно еще семена взять. Как бы, ну, для каких-нибудь этих фермеров, чтобы в магазине можно было просто купить семена и все. Вставляем все в семена. Тогда вот я уже все расставил. Вот, смотрите, все полки уже заняты. Да, но здесь даже саженцы продаются как-никак. Это супермаркет. Хоть он просто находится во дворе. Всякие фонарики, не фонарики. И, в принципе, магазин наш уже готов. Только осталось повесить табличку, и он уже будет официально открыт. Так, супермаркет. Семерка. Семерка. Все, ребят, все готово. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, что поставили лайк и подписались на мой канал. На самом деле, я, Зугриха 317. Всем всего хорошего!